Сегодня мы с вами поговорим о дифференцированной работе в классе и о четырех моделях, которые позволяют нам эту работу организовать. Это, наверное, четыре самые такие популярные модели. И мы поговорим о том, в каком случае каждая из этих моделей работает, какие условия должны быть для этого соблюдены, и какие опасности нас подстерегают или какие проблемы могут возникнуть, опять-таки, при той или иной модели построения дифференцированной работы. И говоря об опасностях, мы должны быть просто осведомлены об этом. Бывает порой, что мы используем какой-то метод, метод групповой работы, индивидуальной работы, неважно, и не получаем желаемого результата. И учителя впадают в такую легкую панику и говорят о том, что этот метод не работает. Не работает ни в коем случае, его употреблять нельзя. Или, применять нельзя, или употреблять тоже нельзя. Или этот сценарий не работает, потому что вот ученики, там, они не выполнили это задание, они оказались очень пассивными, не сработал и так далее, и так далее. Целый ряд проблем возникает, поэтому это не для меня. Мы говорим об опасностях для того, чтобы понимать, какой метод лучше всего подойдет для нашего класса, чтобы понимать и подумать заранее уже, как эту опасность можно избежать и как вести себя, если она возникнет. Вы уже знаете об этом заранее. И если вы видите у себя на уроке эту ситуацию, о которой вы уже заранее подумали, вы знаете, как себя в этом случае вести. И порой те проблемы, которые у нас возникают на уроке, это лишь еще один момент обратной связи для нас, который мы должны учесть, конструируя в следующий раз учебную ситуацию на нашем уроке. Потому что все, с чем мы сталкиваемся, все эти вызовы, которые мы получаем на нашем уроке, это лишь те задачи, с которыми нам в течение какого-то времени нужно будет справиться. С чьей-то помощью или сами индивидуально, с коллегами вы посоветуетесь и так далее. Итак, вот теперь, коллеги, смотрите, поехали. Самая первая модель – это когда задания разного уровня сложности распределены между всеми участниками класса. То есть получается, когда каждый ученик получает различный листочек с заданиями. Или, может быть, даже рабочий лист. Но сразу здесь хочу сказать, что подразумеваю под рабочим листом. Просто те участники, которые проходят у меня, например, обучение на курсе «Секрет рабочего листа», они могут сейчас испугаться, как это так. У меня 28 учеников в классе, для каждого свой собственный рабочий лист. Это очень тяжело. Вот здесь под рабочим листом как раз-таки я подразумеваю не тот учебный материал, который мы разрабатываем на курсе, а вот привычный для школьного быта листок с различными заданиями. Кто-то, например, на этом листке получит одно задание, кто-то два задания, или там будет ряд, например, заданий, и каждый для себя эти задания решает. Просто уровень сложности выполнения этих заданий у каждого будет свой. У меня 5 заданий, и голова дымится, у кого-то 5 заданий, и спокойно, последовательно для себя постепенно решает. Уровень сложности у каждого будет разный. На курсе «Секрет рабочего листа» мы создаем такой материал, с которым у нас каждый ученик обязательно должен справиться. Там немножко другая логика заложена. Здесь мы говорим именно о таком дифференцированном подходе в классе. Да, кстати, про дифференцирование я не сказала, но я думаю, что это, наверное, здесь всем известно, да, что такое дифференцирование. Это когда мы выстраиваем учебную работу с учетом различий между нашими учениками для того, чтобы поддержать максимально каждого в его учении и в его развитии. И вот первая модель – это когда каждый ученик получает свой листочек с заданиями, и у каждого ученика задание разного уровня сложности. В каком случае эта модель оказывается рабочей? Первое, когда мы очень хорошо знаем их учеников, потому что мы подготавливаем для них листочки с этими заданиями. И если мы понимаем, какие задания нужно дать Васе, мы для него готовим, какие Пете, какие Маше, какие Кайрит, какое-то эстонское имя тоже надо упомянуть, и так далее. Когда мы хорошо знаем своих учеников, тогда эта модель очень хорошо срабатывает. Следующее, второе условие. Когда наш ученик имеет мотивацию для того, чтобы решать задание именно того уровня, которого он получил. И не возникает той ситуации, когда кто-то спросит: «Ничего себе, у него вот такие задания, а у меня вот такие!» Второе. Когда культура в классе сформирована такая, которая позволяет ценить различия каждых учеников. Мы все разные, и это прекрасно. Нету цели задачи сделать нас всех одинаковыми.
и все. И это ценно само по себе. Вот когда такая культура, это не значит, что об этом говорят все время, да? Вот просто такая вот культура, она сформировалась. Я думаю, что вы это очень хорошо чувствуете, так как работаете с разными классами и прекрасно улавливаете эту ситуацию, когда вот с этим классом, например, можно такое задание предложить, можно что-то сказать, а с другим классом этого сделать, например, нельзя, потому что чуть-чуть другая культура в классе. Четвертое. Когда работает, когда учителя со временем более-менее в порядке. Я, конечно, понимаю, что, говоря эту фразу, мы получим ответ: у учителя никогда не бывает со временем все в порядке. У нас у всех со временем совсем не все в порядке, но все-таки, если действительно 28 учеников в классе, и если предположить, что некоторые задания повторяются, где-то 14 таких различных заданий получается как минимум нужно учителю создать. Это не значит, что мы такую работу делаем на каждый урок, нет, но иногда для того, чтобы действительно каждый ученик мог почувствовать себя успешным, каждый ученик мог почувствовать, что он с этим справляется, что он сейчас вот так, как вот заставлено для него, так он и работает. Иногда можно такую работу проводить. Далее, пятый уже. Надо было мне пронумеровать. Я каждый раз смотрю и придумываю свои собственные числа. Пятый пункт, когда работает эта модель. Когда у учителя самого есть хороший запас материалов, согласитесь, каждый раз выискивать новые материалы, новые задания, это забирает очень много времени. И если у вас какая-то своя коллекция, например, уже за годы преподавания накопилась, то это здорово, это очень удобно в любой момент использовать. Есть какая-то тема, и по ней у вас какой-то набор заданий разной сложности составлен. И последний, это какой, наверное, уже шестой, да, момент, это когда ученик, работает эта модель тогда, когда ученик может сам себя также проконтролировать и проверить. Это тоже очень хорошо, когда он решает, и он понимает, что это задание он, например, выполнил верно. Он либо самопроверку использовал, либо еще какой-то способ, но он себя проверил. И тогда он идет дальше, чтобы не уйти в заблуждение, чтобы не пойти по неверной дорожке решения. И вот теперь смотрите, коллеги, какие опасности могут нас подстерегать, когда мы используем эту модель. Первое, это, как я уже здесь упомянула, чтобы у него не возникло чувство несправедливости. Или наоборот, у меня очень сложное задание, я решаю, а вот здесь ученик с таким простым разбирается. Я уже голову поломал совсем, а он здесь вот... Это бы я вообще решил бы за 5 минут, такая легкотня для меня. Вот чувство несправедливости может возникнуть, поэтому вот очень важно, какая культура в классе, конечно, сформирована. Второе. Кстати, очень важно для того, чтобы вот такого чувства несправедливости не возникало, очень важно, чтобы ученик мог сам оценить ценность того учебного процесса, в котором он оказался. Неважно, какие у тебя задания. Даже если ты смотришь на задание, и ты понимаешь, что тебе вот так трудно решить, и ты можешь его решить, может, даже на 1/3 всего лишь, ты понимаешь ценность той работы, которую сейчас проделываешь. Ты кайфуешь от самого этого процесса, даже если он для тебя сложный. Ты понимаешь, что ты сейчас развиваешься. Далее. Опасность. Третья опасность. Ученик какой-нибудь может просто не развиваться, потому что будет сидеть все время на легеньких заданиях. Ему нравится, что учитель подбирает для него такие более-менее простые задания, и он и не захочет идти дальше, потому что для этого нужно немножко выходить из зоны комфорта и столкнуться с тем, что тебе трудно. Принять это трудно и сделать усилия. Не каждый хочет это делать. Следующий пункт, опять-таки, связан с культурой класса, когда могут начать насмехаться. Ха-ха-ха, у тебя такое легкое. Ой. А вот у меня, вот, сразу видно, что я умный. А у тебя какая-то там ерунда. Вот тоже в этом случае такая модель организации дифференцированной работы может не сработать, или нужно будет подумать, как избежать вот этого момента, или какую-то предварительную работу провести, чтобы в классе ребята между собой могли общаться свободно, не ценя просто, как я уже сказала, просто-напросто наши различия и нашу разность, нашу инаковость, как говорят психологи. Так, и еще одна опасность. Учителю достаточно трудно, когда у каждого ученика свое задание, качественно и содержательно прокомментировать каждую работу, каждому предоставить обратную связь. Это может быть нелегко, потому что учитель просто не успеет каждого индивидуально ученика оббежать на уроке. Итак, это были опасности и в каких ситуациях работает относительно
первой модели. Теперь, как оценить ученика? Вот смотрите, Ольга, не обязательно в такой работе, которую мы организуем, оценивать нашего ученика. Вот нам нужно различать две вещи. Есть учебный процесс, это когда наш ученик учится, когда он растет. В этом учебном процессе он ошибается, учится на этих ошибках, получает обратную связь. Он не понимает, он говорит о том, что он не понимает, он опять получает обратную связь. И это учебный процесс, не надо его оценивать. Мы его оцениваем только, как бы оценивать, это выставлять отметку, я имею в виду. Здесь мы его поддержим только при помощи инструмента формирующего оценивания. Мы получаем обратную связь о его прогрессе и ему предоставляем эту обратную связь. Только так, только так. Конструктивно и содержательно его направляя. Вот когда он будет уже писать контрольную работу, вот тогда мы ему выставим отметку, потому что отметка за контрольную работу покажет о том, как вот он учился последние, не знаю, там, 4 урока или 2 недели. У каждого свои какие-то единицы. Таким образом, а эту работу, о которой я сейчас говорю, мы организовываем для того, чтобы помочь каждому ученику, помочь ему учиться. Мы ему помогаем сейчас. Мы не контролируем его сейчас, не проверяем, как хорошо, качественно он работал. И если мы на уроке видим, что вот мы организовали работу, и мы видим, что этот ученик не работает, друзья, это для нас обратная связь. С ним надо поговорить, почему он не работает. Это не повод ставить крест на этом ученике, думать о том, что все, вот так тогда работу делать нельзя, ни в коем случае нельзя, потому что я вижу, что вот этот ученик или парочка учеников, они перестают работать. Нет, так нельзя, нельзя в моем классе это делать. Подумать надо, почему он не работает, как я могу помочь, с ним поговорить, какие трудности у тебя сейчас возникают, и подумать, как тогда в следующий раз ему помочь. Потому что если он даже на уроке не может это сделать, само собой разумеющееся, что он и дома не будет эту работу делать, у него есть какие-то трудности, и надо выяснить, какого характера это трудности. Это учебные какие-то трудности, это еще какие-то, может быть, психологические какие-то затыки и так далее. Вторая модель. Задания разной сложности распределены между учениками в группе. Это значит, что ученики садятся работать в группах. Количество учеников в каждой группе определяете вы, исходя из особенностей того класса, с которым вы работаете, да? И на группу раздается ряд заданий. И уже внутри группы ученики сами распределяют, а задания различной сложности. И внутри группы ученики сами распределяют, кто какое задание будет решать. Итог работы группы – прорешены абсолютно все задания. Вот такой способ дифференциации. Вот здесь, коллеги, смотрите, когда работает эта модель. Когда работает? Когда ученики между собой имеют такие доброжелательные отношения. Когда царит доброжелательная атмосфера в группе. Потому что если они начнут спорить, ругаться, друг друга подначивать, то вообще еще дракой может закончиться. Всякое бывает на уроке. Учитель со всякими ситуациями сталкивается. Второй пункт. Работает тогда, когда ученики умеют считаться между собой. Вот, например, в начальной школе, особенно если это речь идет о первом классе, о втором классе, там бывает не просто организовать групповую работу такого рода, потому что ученики еще не умеют договариваться, они еще не умеют считаться, им нужно в этом помогать, им нужны какие-то стратегии, которые позволяют выслушать другого, учесть его мнение, высказать свое мнение, принять то, что его могли не воспринять, не согласиться с ним, не учесть его и так далее. Это вот такие стратегии, такая, знаете, нудная, такая рутинная работа, которая потом впоследствии помогает ученикам работать совместно. Далее, третий пункт. Ученики, конечно же, должны быть мотивированы на то, чтобы такую работу выполнять, чтобы они не сели, посидим, поболтаем. Как с групповой работой бывает иногда. Посидим, поболтаем, они будут выполнять задания. Ученики должны быть мотивированы. И четвертый важный пункт. Те задания, которые получает группа, они должны быть спроектированы именно для групповой работы. Это нужно для того, чтобы ученики понимали, почему их сейчас посадили вчетвером. Чтобы не возник вопрос, а зачем? Зачем мне сейчас работать здесь в группе, вообще тратить свой ресурс вот на то, чтобы общаться, кого-то выслушивать, и вообще это тяжело мне, я хочу одна работать или один хочу работать, дайте мне все эти задания, я сейчас один прорешаю. То есть это такой дополнительный вызов для нас, проектировать задания именно подходящие для групповой работы. Вот должно быть какое-то логичное
объяснение для этого и обоснование, почему мы сейчас выполняем работу в группе. И теперь смотрите, какие опасности нас могут подстерегать, когда мы таким образом организовываем учебную работу. Самое первое. Ученик, работая в этой группе, он может не оценить или переоценить свои способности. То есть вытянул сначала задание, например, очень сложное, и понял, что решить-то ты его не можешь. А кто-то другой уже, например, тоже не хочет брать, потому что в свое задание углубился. Может так случиться. И тут, опять-таки, на этом этапе, если вы понимаете, что у вас такая ситуация может возникнуть, можете заранее подумать. Может быть, уже к какой-то определенной группе риска, так сказать, подойти и ребятам сказать, что послушай, вот, Славик, тебе, может быть, давай вот это задание возьми. Да? Вот это точно вот прям для тебя. Оценишь. Получишь удовольствие от решения этого задания. Далее, второй пункт. Вторая опасность. Это чувство отстраненности ученика может возникнуть, если, например, он не может выполнить задание какое-то. И вот он, может быть, и взял уже самое простое задание, а выполнить все равно не может. И как бы подводишь группу, потому что все-таки цель заключается в том, чтобы все задания прорешать. И вот какое-то такое чувство отстраненности может возникнуть. И ладно, все, один в следующий раз вообще будет. Все, идите вы. Ну вот, как-то так. Следующая опасность вообще частенько, которая встречается, когда один берет и все делает сам, а все остальные смотрят и говорят, мы посидим, посмотрим, мы все понимаем, но решает он. Другая опасность, прямо противоположная, когда вообще никто ничего не сделает. С такой-то опасностью тоже может столкнуться просто. И это тоже результат. Этот результат нам о чем-то говорит, друзья. О чем-то он нам говорит, потому что по своей природе человек, ребенок, не будем брать человека, ребенок, ребенок не человек, как бы сейчас опять сказала моя дочь, помните, тот эфир был то же самое. Он активен, он хочет действовать, он не хочет скучать. И в ситуации, когда никто ничего не хочет делать, этой ситуации нужно разбираться. Разбираться, я имею в виду понять, в чем причины, а ни в коем случае не это. Устроить. Так, и еще одна опасность, которая может здесь нас подстерегать, если группа распределит задание так, что так, вот это я беру себе, это тебе, это тебе, а вот это вот, ой, господи, какой пустяковый это, на, Васечка, давай, это ты, это для тебя. Этот Васечка может оскорбиться, потому что его считают самым глупым в группе. Он может оскорбиться, обидеться. Если у нас ученики 4-5 класса, они могут расплакаться при этом. Жалко себе станет. Хотелось ты все-таки взять сильное задание. Возьмешь сильно, не решишь. Будет та опасность, которую я до этого говорила, да. Отстраненно будешь себя чувствовать, переоценишь свои. В общем, может возникнуть и такая у нас проблема. Итак, это была вторая модель, позволяющая нам организовать дифференцированную работу в классе. Третий, друзья, способ. Этот, я думаю, способ вам очень-очень знаком. Это когда мы разделяем класс на группы с разным уровнем подготовки. Когда, например, одна группа у нас очень продвинутые, вторая группа чуть меньше продвинутые, третья, например, совсем не продвинутые. И ребята приходят в класс, садятся в разные группы, и, соответственно, каждая группа получает какие-то свои задания. Разной сложности, которые составлены учителем для них. В этом случае учителю всего лишь три набора заданий нужно подготовить, а, например, в случае с первой моделью, да, гораздо, гораздо больше. Так вот, друзья, смотрите, когда это хорошо работает. И, кстати, сейчас я говорю не про группы, которые распределяются внутри целой школы. Например, могут сделать, организовать учебную работу так, что ученики 8 класса, например, из всех параллелей, да, разбиты для урока математика в разные группы. То есть мы, например, берем 5 учеников из 8 А, 6 учеников из 8 Б, 7 учеников из 8 С, и на урок математики они идут туда, потому что это очень сильные ученики, они идут вот сюда. Следующие туда и так далее. Я сейчас говорю об организации работы именно внутри просто одного класса. Об организации дифференцированной работы. Так вот, когда это работает, друзья? Это работает тогда, когда наши ученики, которые работают в этих группах, понимают, что можно перемещаться из одной группы в другую. Я, например, изначально села в ту группу, где для очень-очень продвинутых, работаю и понимаю, что не потянуть.
и хочу переместиться в группу чуть другую для менее продвинутых. И свободно говорю, что я себя немножко переоценила, давайте-ка я вот лучше здесь поработаю и перемещаюсь. Или наоборот, изначально сел очень слабо и понял, что ну как-то и не развиваешься так особо-то здесь. Все ли здесь легко, для меня вызова никакого нет, скучновато становится. Хочу чуть-чуть группу поменять, хочу пересесть в эту группу. Вот тогда это работает. Если... То есть это подразумевает такое, знаете, добровольное деление учеников на группы. Когда учитель распределит, что ты в этой группе, ты в этой группе, ты в этой группе, перемещаться нельзя, тогда эта модель может не сработать, ученики могут начать, как это, восставать. Опасности, которые нас подстерегают, когда мы организуем работу учебную таким образом. Ученики могут почувствовать, что их распределяют по уровню подготовки и могут почувствовать такой неприятный осадочек, например. Да, это вот как раз-таки в том случае, когда я не сам определил, что да, вот точно понимаю, что уже 3 раза подряд вообще не справляюсь с домашней работой, ну, мне очень тяжело, и раз сегодня есть возможность все-таки перейти вот в эту группу и с ними поработать, лучше я сяду туда, да, вот эта вот группа для, ну, такая не очень продвинутых учеников, и я сяду, и лучше буду вот досконально, и учитель мне больше внимания уделит, поможет нам, потому что те там сами смогут, они хорошо разбираются, они дальше идут. А вот тут, да, мне нужна немножко поддержка. Вот. А когда учитель сам говорит, что, слушай, Петров, вот ты здесь и отсюда никуда на ближайший год. Вот только тут сидишь. Вот тогда у учеников может возникнуть неприятное чувство, что, ну, все понятно. Я просто глупый. Поэтому мне понять эту физику, математику, географию, неважно что, мне не светит. Буду сидеть здесь и не рыпаться. И также еще одна опасность, которая нас в этом случае подстерегает, это когда родители об этом также узнают. И, ну, это, как правило, когда на уроке, я думаю, что вряд ли возникает такая ситуация, а вот когда это именно внутри школы, тогда родители могут тоже почувствовать себя не очень хорошо, что его ребенка отправили не в ту группу, которую он хотел. Итак, это третье. И четвертое. А, кстати, вот я здесь вам хороший пример приведу. Хороший пример приведу моей хорошей коллеге Юле. Юле Корнеевичевой, учитель математики из Сталина. Вот у нее работа на уроке на математике бывает организована именно по принципам той модели, которую я вам только что описала. Она ее назвала сама светофор. Красный, желтый, зеленый. 3 группы. Красный – это та группа, которая ученики приходят, садятся сами в эту красную группу, и эта группа транслирует учителю «Help me, please». «Помогите мне, пожалуйста». «Помогите, мне так трудно, но мне вообще непонятно, но мне не справиться». Желтые – это которые понимают, что все-таки помощь учителя им понадобится. Да, мы, в принципе, можем сами, но может помощь понадобиться, может. И зеленые, которые говорят: «Учитель, работай, мы тебе не мешаем, мы все сделаем сами». Все, мы в себе уверены. Если что, мы друг другу сейчас поможем. И ученики могут между этими группами свободно перемещаться. Сел сначала в желтую группу, так самонадеянно, понял, что очень тяжело, и все-таки учителя нужно подзывать к себе часто, и тогда перемещаешься в красную группу, и комфортно там себя чувствуешь, и работаешь вместе с учителем, и он отвечает тебе на вопросы. Вот. Надеюсь, Юля посмотрит этот эфир, и если что, в комментариях прокомментирует. Надеюсь, я эту модель не переврала. И последняя, коллеги, последняя модель – это когда мы очень гибко планируем время для выполнения заданий на уроке и выстраиваем урок по темпу работы учеников, которые нуждаются в большем времени для выполнения заданий. Мы знаем, что, например, у нас есть, я не знаю, 12 человек в классе, которые работают очень-очень медленно, ну вот медленно. И мы планируем задания, исходя из работы вот этих 12 учеников. Они работают медленно, например, они из урока смогут выполнить только 4 задания, значит, вот мы эти 4 задания и даем решать нашим ученикам. А тот, кто решает быстрее, вот он тогда уже получает следующее задание. Решил это следующее задание. Вот таким образом. Итак, смотрите, друзья, когда работает? Работает, конечно, тогда, когда у вас подготовлено к уроку больше заданий, да, чем расчет вот на тех 12 учеников, о которых я говорила, которые максимум могут решить, например, только 4. Далее.
работает тогда, когда в классе дети понимают, что скорость ничего не значит. Скорость еще не означает, что ты более способный, чем тот другой, кто работает медленнее. Главное – качество работы. Вот это тоже очень важно. Потому что очень часто ученики такие глубокие, мыслительные, рефлексивные, талантливые, они решают, исправляются с задачами медленнее. И из-за того, что у них на уроке нет возможности ответить в тот момент, когда учитель задает вопрос или, например, дает там 2 минуты на решение какого-то задания, и кто-то другой уже выкрикивает, говорит, решил, там, «Yes, я первый!» Ты себя чувствуешь все время немножко таким, ну, вроде бы, значит, наверное, не такой я и умный, ну, вот как будто, ну, такой вот отстающий. Но все-таки, действительно, люди мыслящие, они отвечают быстро. Но если ты отвечаешь медленно, значит, наверное, ты не такой уж и мыслящий человек. Далее, следующий принцип, когда, или даже компонент, когда работает такая модель, когда отсутствует возможность, ну, сравнивать, когда вот опять-таки вот все от культуры в классе очень много зависит, когда не будет подкалывания других учеников относительно того количества заданий или скорости выполнения заданий, с которыми они справлялись. Вот я 4 решила, и я молодец, а ты 12 решил, и ты молодец. Все, мы оба молодцы, мы равны, мы молодцы. Все. Соответственно, когда нет соревновательного момента и когда наши ученики способны, сейчас я вам скажу слово, подберу. Энесеюхитут. Самоуправляемый. О, yeah. Вот, коллега мне перевела. Когда они могут сами управлять собой, своим временем на уроке. Потому что учитель дает, например, какие-то задания, и он прекрасно понимает, что вот я сейчас последовательно буду эти задания решать. Мне не получается, я спрашиваю, я не паникую. Ему не нужно обязательно вот 125 инструкций, чтобы кто-то говорил, а что надо было сделать? А что вы говорили? А я прослушал. Ну вот, самоуправляемый такой ученик должен быть. И опасности, которые подстерегают, когда мы эту модель с вами используем, ученики могут воспринимать вот эти вот, ну, дополнительные задания как такую дополнительную нагрузку. Не каждый захочет эту нагрузку взять. Вот здесь тоже очень важно, чтобы они к этому относились, ну, как-то позитивно, что «ух, я сейчас могу еще круче развиться, ух, вот мой процесс, он тут дальше продолжается». И опять-таки, если раз за разом возникает такая ситуация, ну, а почему я должен опять? Ну, вот, ну, все, ну, я же решил, ну, все же правильно, я же сам, да, ну, давайте не будем мне. Тоже исходить из ситуации. Не нужно совсем лезть на рожон, конфликтовать или как-то говорить «нет, вот по правилам только так и никак иначе». Знаете этого ученика, можно всегда пойти им на ступки и сказать, ну ладно, давай, все, сейчас, пока. У тебя осталось еще 10 минут до конца урока, ну, спокойно посиди, если уж так сильно хочется. Так, и еще одна опасность. Большой объем заданий может вызвать у учеников чувство непосильности. Если он получает, например, вот, ну, все они получают, да, листочек с одинаковыми заданиями, с примерами, неважно, с вопросами, что там. И вот ты когда смотришь на это и понимаешь, что даже начинать не буду. Это не для меня. Вот оно тоже может вызвать такое чувство непосильности. И здесь, опять-таки, каждый учитель решает сам. Последовательно вы их даете, да? Одно решил, супер, найти другое. Вы знаете, какой же минимум должен быть? Либо ребята как-то иначе на это реагируют. И так далее. Итак, вот, коллеги, только что я рассказала о 4 моделях организации дифференцированной работы в классе. Рассказала о том, какие условия способствуют органичному внедрению этих моделей в учебную работу и какие опасности, вызовы нас могут подстерегать. И мы с этими вызовами должны считаться, справляться, учитывать их и так далее. Не паниковать ни в коем случае.